Главное мероприятие, наверное, у нас будет открытие памятника Петру Павловичу Ершову. Скульптор Сергей Полегаев из Москвы. Этот памятник, значит, будет поставлен на деньги московского промышленника-мецената Сергея Павловича Зубенко. Замечательный памятник, мы уже его видели. Велась большая работа, потому что он к 12 июня, этот памятник уже был в нашем городе. И у нас будет открытие. Поэтому приглашаю на это событие. Наверное, одно из самых важных событий в культурной жизни Западной Сибири. Приглашаю людей, которые хотят почтить память нашего гениального, великого земляка, приглашаю в Ишим.